Пасеке проезжаем. Смотрите, может, у кого-то зарядился, я поставила. А я не солнышко, взрослый солнышко.
большие деревья. Там, там есть какой-то вагон с собаками. Много собак? Много. Я видела женщину. Ты меня учишь, что ли? Выгуливает такая рыжая собака. Да, это она большая. Чао-чао. Это, наверное, каждой станции выгуливает.
рюкзак.
из Селиха. Может, дома останешься, сидим, как собачка. А что?
приносит дом счастья. Еще один пруд, тоже рыбаков не видно. Там есть бирюза, зеленый внизу, где-то внизу, по-моему, бирюза. Это тебе, наверное, купили, не ты этих намеченный цель. Она сама себе выбрала. Классный, потому что в руках держи его. Вот берешь руки и просто держи. Она говорила, да? А, говорила, да? Держите руку. Да, потом путь. Чувствуете. Руки там? Камера. Я помню, что он об этом рассказывал.
слева по ходу 9-этажный. Во времен прежнего справа. Сами видите. Вот здесь вот дорога хорошая. Пока было. Пока. А Волга будет там. Где Волга? Так. Вы стрелки. А? Мост. Пересечение. Ну это вот пока. Нижний на оркестр. Мы даже с вами не познакомились.
Солдатики? Тут много выходит, наверное, сюда. Так, он тут долго стоит. Не, больше, наверное. Вообще-то в Ярославле он стоит около часа. То есть перед Москвой. Вот это Ярослава, а потом Владимир, да? Нет, Ярославль другая ветка, мы через него поедем. Ярославль на Волге стоит. Мы же едем на Ярославский вокзал. Нет, я имел в виду город Ярославль. А, Не, я поняла, что город, да. Тройник вы заберите, он его открыт. Поставите. Вообще пусть бы тройник там был. Трое бы забежали. Он до Москвы собирается, так вот до них. Да нет. Можно мультики показывать? Хорошо подходит к перрону. А? Хорошо подходит к перрону. Ну, перрон тут высокий, этот, как в Москве, не нужно прыгать. Все.